Всем тихой ночи. В фонде SCP много монстров, прямо очень много. И вот один из них — это SCP-1060. Днем это обычная женщина, которая живет в камере содержания фонда. И какие бы допросы SCP ей не устраивали, выяснить удалось только то, что она считает себя абсолютно обычным человеком. И совершенно не понимает, почему ее держат в таком странном месте. Ночью же начинаются странности. Голова и большинство внутренних органов женщины отделяются от тела, а язык вырастает до огромных размеров. Это странное существо способно левитировать и очень агрессивно. Оно может схватить жертву кишками, которые начинают двигаться на манер щупалец, разделывая тело своим сильным и длинным языком, который легко прорезает плоть своими острыми краями. Наибольшую агрессию монстр проявляет к беременным женщинам, пытаясь сожрать содержимое их живота. Наутро же тварь, как ни в чем не бывало, возвращается к телу, собираясь обратно в человека. Для того, чтобы пробраться обратно в свое тело, существо купает свои органы в уксусе, который фонд заботливо предоставляет монстру. Обезопасить, удержать, заботиться. Наутро монстр, собравшись обратно в женщину после пробуждения, ничего не помнит. И только удивляется, почему ей бедно не дают связаться с родственниками. Такой вот объект. Какой только дичи не прочтешь на сайте SCP, и оттого бывает еще более удивительно узнать, что эта дичь не придумана больным воображением авторов, а на чем-то основана. В 1578 году на Филиппины прибывает испанский священник из ордена францисканцев по имени Жуан де Плансения. Он был весьма добрым человеком и прославился своим хорошим отношением к местным жителям. Он помогал бедным и строил школы, в которых не только продвигал христианскую религию, но и учил писать и читать, потому местные филиппинцы нередко приходили к нему со своими историями. И истории эти были одна лучше другой, и на их основе священник написал несколько трудов по мистицизму этих загадочных и странных людей. В одной из книг он пишет, что местные рассказали ему, что на филиппинских островах есть жрецы дьявола. Их существует несколько разновидностей, и некоторые из них представляют собой обычных людей, колдунов и ведьм, которые стандартно насылают проклятия и болезни. С такими священник из Испании 16 века наверняка был знаком. Некоторые из этих колдунов по местным историям являлись еще и оборотнями, но и это особенно европейца не удивило. Однако помимо стандартных историй про проклинателей и воющих на луну психов, Жуан услышал и более экзотические, например, про Манкакалама, который не только насылал болезни, но и мог создавать негаснущее пламя из ничего. Он бродил ночами по островам и устраивал пожары, а его проклятие вызывало иссушение всего тела. В доме, который был посещен Манкакаламом, люди умирали от страшной болезни. В общем, типичная такая хуманизация какой-то болячки. Также местные рассказывали про Хаклабана, который мог убить человека, только лишь подняв в его сторону руку. Настолько сильным черным магом он был. Хаклабан считался сильным черным магом, но все еще был человеком. Однако, чем больше Жуан собирал эти истории, тем более странными и жуткими они становились. Как-то раз ему рассказали историю о Усуанге, летающем колдуне, который парил ночью над островами и нападал на одиноких путешественников, после расправы над которыми их ел. В общем, совсем такой дикий тип. И, наконец, дошло о истории о Манг-Татангале. Этот монстр днем был обычным человеком, а ночью разделялся на две сущности. Одна представляла собой летающую голову с внутренностями человеческого тела, прикрепленными к ней. Вторая половина была безголовым телом. Обе сущности ходили ночами по деревням и пугали местных жителей. С утра же они собирались обратно в человека. Голова летала от дома к дому и, казалось, пыталась просто показаться на глаза максимальному количеству людей, щедро разбрасывая проклятие всем увидевшим. Тело же было более опасным. В местах, куда оно заходило, начинались страшные эпидемии. Мне понравилось замечание автора, что «а вот это, похоже, точно сказка, а то как-то слишком жестко». И далее он делает умозаключение, что все это, наверное, просто дьявол заставляет местных верить в такую чушь. С другой стороны, 16 век на дворе, так что что еще ожидать? У них самих в Европе в это время жаб в ртути варят, надеясь получить философский камень. Сам же Жуан тоже несколько повлиял на эти поверья, объяснив местным, что все эти существа — это черные маги, которые поклоняются дьяволу, и все их силы берутся от знаний адских заклинаний и ритуалов. Такое вот взаимное культурное обогащение. Позже самого этого монстра начали называть Пинангален. Его свойства несколько изменились, а история о нем обросли множеством деталей. Например, появилась история о том, что каждый Пинангален когда-то был смертным
безработной женщиной, которая практиковала черную магию и ведьмовство. Она погружалась в ванну с уксусом и читала страшные заклинания, после чего и становилась вот такой. Уксусная ванна стала необходимым атрибутом Пенангален, ведь не смочив свои органы в уксусе, она не могла вернуться обратно в тело после своих ночных полетов. Потому женщину, в которой этот монстр скрывается, можно узнать по характерному кислому запаху. Чтобы ближе подобраться к своим жертвам, Пенангалены приходят в деревни и начинают там уединенную жизнь, мало общаясь с окружающими, особенно избегая шаманов и жрецов, ведь первые могут их разоблачить, а вторые носят священные предметы, которых твари, разумеется, боятся. В ночной форме монстр нападает в основном на беременных женщин и детей, прячась под опорами традиционных домов островных жителей, которые обычно стоят не на земле, а на мелкой воде на сваях. Пенангален удерживает жертву своими кишками и атакует длинным языком, нанося им чудовищные порезы, через которые существо начинает сосать кровь, а также поедать внутренние органы. Язык твари наносит раны настолько страшные, что встречу с этим существом невозможно пережить. А те, кто как-то чудом выжил, начинают болеть тяжелыми болезнями, от которых может спасти только местный шаман. Впрочем, похоже, все это не слишком впечатлило МОК SCP, раз в самом файле объекта нет даже описания захвата. По всей видимости, после получения сообщения о таком существе, отряд МОК просто приехал, дал существу по голове и утащил в камеру содержания. Да и похоже, в открытом бою монстр не особенно силен. Местный фольклор откровенно издевается над существом. Например, говорится, что если человек встретит тело Пенангален без головы, нужно посыпать в отверстие шеи битого стекла, чтобы монстр знатно офигел, пытаясь заново забраться в свою дневную форму. Еще герой истории про встречу с этим чудовищем часто переворачивает лежащее в кровати безголовое тело, и когда его хозяйка прилетает, она залазит внутрь не той стороной и ходит весь день головой назад, благодаря чему все и узнают, под какую женщину монстр маскируется. Такая вот тварь, основанная на народных легендах людей с Филиппинских островов. Как по мне, объект SCP-1060 написан довольно лениво, потому что попросту описывает основные свойства этого существа в фольклоре, не добавляя абсолютно ничего нового. А ведь такая-то почва для истории на самом-то деле. Могли бы и лучше. А еще в филиппинском фольклоре есть много сверхъестественных существ, которые называются общим словом асванг, и в обсуждениях на сайте фонда немало людей предлагают сделать объекты по всем из них. И даже на сайте с черновиками по SCP несколько таких уже есть. Хотя мрачные колдуны, практикующие кровавую магию, и монстры, тела которых выглядят как нагромождение органов, такое в SCP уже есть. Это же, собственно, саркицисты. И всю эту филиппинскую нечисть можно целиком к ним отнести. Однако фольклорные монстры сами по себе имеют какой-то свой шарм. Ведь их придумали не скучающие городские жители. Их придумали еще те люди, которые ночами всматривались во тьму и видели там неясные тени, нередко с клыками и когтями. Те люди, которые не могли объяснить, как работают болезни, и потому видевшие в них черную магию и проклятие. Те люди, мир которых был наполнен первобытным ужасом, за ощущением которого мы лишь гоняемся, читая всякие страшные истории. Короче, если увидите ползущие по земле кишки и длинный острый язык, бейте его жалом ската. В легендах пишут, что должно помогать. Всем пока!